какой же здесь все-таки хороший такой вид. Реально, мне прямо нравится. О, запись уже идет. Всем еще раз привет, дорогие подписчики канала Umbrella Trading Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну а это метро Exodus. Или Exodus, кому как нравится. Мы продолжаем путешествовать по этой локации. Мы... Ну, как бы это объяснить? Мы спустились, мы сохранились. Костюмчики от кутюр забрали. Все. Даже не нашли очки. Нет, может я что-то... Я как бы нашел что-то вот... О! Ясно. Где? Ой! На черта минировать дом. Ой. Пауки, вы издеваетесь. О, молодец, помер, дружок. Хоть записку оставил? Оставил. Записка серого. О, серого нашли. Походу, отсюда уже не выбраться. Это падла с крыльями ждет. То есть, я только Харри высунул, а она из рощи как выскочит, сразу трес, грохот дальше. Черт помню, что было походу. Это меня схватить пыталась, но жанулась, только когтем бок распахала. Распанахала. Тут прям говорится какой-то. Чаёчек допил просто. Я обратно в развалины, рану зажал, но кровь все равно идет. Хвост, если не дождусь, воткни хрящую заточку в брюхо по старой дружбе, серый. Ну, походу, серый нашел хвоста. И, ну, потому что он реально пытался ткнуть заточку. По старой дружбе. Нет, ну, по старой дружбе почему бы и нет? Всегда пожалуйста. Так... О, вот это уже по моим меркам. Глушитель, да к черту он нужен, это снайперка. Это ты своей красоты полно. Так, красота, оптика 6Х. Шикарно, шикарно. Так. Ну, глубокие фильтры мне нужны больше. Запомните, нет ничего лучше, чем фильтры. Фильтры — это самое святое, что у нас есть. Третьего не дано. И я так полагаю, нам что, сейчас снова с крылатой, что ли, сражаться? Я не хочу. Мне хватило. Хотя у нас FPS вроде нормальный. Ну, относительно. У нас достижение главное было взято, так что проблем быть не должно. На всякий случай мы следим за лесом. Что это, зараза такая? Ты что, спятила, что ли? Психованная. А ну, огоньку. Давай, иди сюда. Отлично. Ну давай, беги сюда. У меня для тебя сюрпризец огненный. Не нравится, гри. Кыш! Ну давай, вылезай, я тебя жду. Походу её это все распахали по полной. Где она?
Меня под... Зараза какие. Прямо сбитить намеревается. Давай уже сама вылезай. Ты своих миньонов мне не присылай. Давай, иди сюда. Миньончиков мне своих не надо. Ну давайте. Что, не хотите огонька свежего? Да зараза, кыш от меня! Зараза, кыш! Ладно. Вот она где-то там лазает. Я ее прямо чую. Что, не нравится? Так, надо бы надеть. Ой, зараза какая. Пока вроде нормально вижу, но на... Нет, лучше надень. Надень газ. Я бросаю что только... О, у меня пока нормальный запас. Кыш! Еще следующий... Ага. Что, не нравится? Да выйди сюда! Пусть... Я не знаю... Вот она, где-то там сейчас вылезет. Так тебе и надо, ты! Летающая бегера бывшая! Сожрали тебе все твои крылышки, теперь за мою душу пришла! Души нету, но просто говорю, надо с этой штукой разобраться было. И... Сразу выбираем фон. На закате плохо его видно. Ну хотя, с другой стороны... Нет, закат вроде нормальный. Хотя обычный фильм получше будет. Надо только... Ой. Увеличить размер. И отметить, что пыталась сожрать. Не знаю только, как это пометить. Опасный кецекуатль. Нет, не знаю. Как они... Они ее как-то звали. Мы сами читали, они как-то ее называли. Да я не знаю, не помню как. Интенсивность витненки. Так. А, рамочку давайте-ка. О! Хотя нет. Вот это лучше. Принт-скрин. Убрать. Принт-скрин. Красота. А теперь давайте-ка выбираться отсюда. Куда мне двигаться? Наверное, сюда. Так, вроде бы вышли, вроде бы вернулись. Отлично. Старый добрый дом. Всего понемножку, всего по чуть-чуть, всего с размахом, всего понемногу. Так. Так, вот ты у меня. Надо почистить. И тебе тоже. Все. Давай, теперь пошли.
У нас как бы огненные патрончики, да? Но мне не жалко. Походим. Надеюсь, я смогу перейти вот на ту зону. Мне хочется там еще побыть. А то если это полуоткрытый мир, то это мне особо не нравится. Осторожно, радиация. Приветствую. Сгодится. Да все сгодится. Только кто его так прибил тут? Ты не задавался вопросом? Убили и... Причем топориком. Аккуратненько так. Нам куда? А нам туда. Можно там пройти. Давайте здесь пройдем сначала. У меня тут мощная винтовочка. Я думаю, томагавка мне никто тут голову не пробьет. Ведь не пробьет. Хотя... Ладно, не буду рисковать. Кстати, если кто-то узнает эту уличку, улицу, вы мне скажите, ребята, пишите в комментариях. Ты кто с Владивостока? Мне же интересно тоже. Ты задыхаешься, что ли? Я не пойму. Если он, по-моему, задыхается, мне кажется. Нет, нет, нет. Так, это мертвый уже. Это стража. А если есть страж, значит есть и проблемы. Нам как бы туда. Давайте сюда тоже попробуем. Тут же тоже наверняка что-то да есть. А, тут радиоактивный лес. Мощная зараза. Бьет на повал. Я доволен. Мы в костюме. Мне ничего лично не грозит. Я спокоен. Тут кого-то вообще перестреляли атомной бомбежкой. Ну ладно, идемте теперь сюда. Тут, наверное, побезопаснее-то будет. Уж наверняка-то. Оу! О, красота. Чёртовы кикиморы! Грёбаные кикиморы. Все, я бегу, куда глаза глядят. Не надо найти убежище, временное хотя бы. Ага, пригодится. Иди говори, реально пригодилось. Так. О. Сразу лутаемся. По полной. О. Кассетку-то оставил. Записки есть? Нет. Он. Пригодится. Осторожно, радиация. Ну-ка, это там кто? О! Поджарился на рыбалке. Загорел неплохо. Молодец, мужик. Дневник наблюдений. Дальний пост. Важно. Видим бывшего капитана. Вооружен. Движется на восток. А нас не подозревают. Сообщили на базу. Ждем группу захвата. Да на кой нам группа? Уйдет же! Действовать надо. Сейчас ты слева, я справа. Берем его тепленького. Дом четко сказал. Самим не действовать. Ждать группу. Дом. Ты без этого...
сказал. А это только и может, что языком мало. Ну да. Клим, твой любимый, он бы дело скомандовал. Хватай его, как хошь, не возьмешь, голову сниму. И удачи. Капитан, он мужик непростой, тертый. Уйдет, отвечать ты будешь? Сыкло ты просто, вот что. И ты, Том твой. А, вот чтоб что. Жить красиво, рисковать нужно. Ага. Как только оно выходит, что Клим твой под Томом ходит, а ты подо мной. Ну это действительно. Еще посмотрим. Что ты посмотришь? За капитаном следи, дубина. Упустишь, я тебе устрою. Посмотрит он. А, не упустили, да? Запись только из-за тебя запорол. Да ладно. Хорошая запись вышла. Бодренькая. Веселенькая. Наверх, правда, не залезешь, но точка сохранения хотя бы хоть какая-то. Хоть передохнули. Ну, теперь идемте дальше. Кикиморы, я иду. Папочка здесь. О! Идиоты! Ну, красота, дожили. Спасибушки. Теперь еще и креветки, да? Эп, вытаскивай меня отсюда. Эд, Сэм Эгейн, я на месте. Принято, Сэм. Иду полным ходом, буду через пару минут. А ты ж... На набережной. Да я жду, ты где, черт тебя принято, побрал? Принято, Эд, конец связи. Тут есть хоть что-нибудь? Гори! Креветка. Хорошо, что я запасся. Да не переживай, загорю я их всех. Вижу тебя, Кэп. О! О! Шикарный кадр! Под много на помощь! Ой. Экскурсия с того света. Может... Под много спешит на помощь. Слушайте, ну шикарный такой выбор. Мне нравится прямо. А... Глубина резкости. О! Вы посмотрите, какая красота. Я, значит, вот так сейчас сделаю, чисто для себя, чисто для себя. Мне просто понравился фон. А теперь смотрите. Мы фильм оставим. Вот так вот сделаем. Насыщенность. Во. Слушайте, тут прямо под ногу стало света. Ну шикарно же. Мне прямо нравится. И давайте на старую пленку. О. Так назовем. Под ногу с того света. Красота. Ну реальная красота. Все, я определился с арт-заставкой. А следующий. Давай, открывай уже дорогу. Ну, конечно, якорь хороший, но он мне не интересен. Кстати, спасибо, что ловушки зарядил. Не за что. Ты как ушел, мутанты как полезли, целая стая. Еле ушел. О. Без ловушки даже не знаю, как справился бы. Да справился бы, думаю. Рад, что помог. А ты мне помог. Твой костюм, Эд. Спасибо, сейчас я его нацеплю. Давай-ка. Я мигом. Давай, не стесняйся. Можешь шевелить как всем там? Видами. Мне, как говорится, обе стороны мира нравятся. Эй, на дорогу смотри. Сэм, на дорогу. Ну вот, в норматив уложился. В норматив? Ну как, готов отправиться в логово зверя? Какого зверя? Всегда готов. Как пойдем? До самой цели можно добраться по воде. Подъездной туннель полузатоплен.
Правда, там надо открыть несколько ворот, так что у входа придется разделиться. Mm-hmm. Понял. Держи план. Тут обозначено все, что я знаю. Внизу погрузимся, поднимешься на борт и рванем на выход. Пойдем с ветерком по морскому туннелю. Красота. Ясно. Чего ждать по дороге? Электропауков. То есть? Чего, чего? Здоровенные пауки накапливают заряд и потом бьются током. Еще лампы тушат, моторы отключают. Хорошо, если паука прогнать или убить, все обратно включается. Убить их сложно. Разве только зажигательными работать? Спасибо за информацию. Только новых здоровенных пауков мне и не хватало. И меня тоже. Пожалуйста. Ну все, приехали. Видишь ворота? Нам туда. Прежде всего надо врубить аварийное питание. Со щитом в караулке. Для света и электрозамков его хватит. Но для остального придется запускать генераторы. Значит, я запускаю генератор и грузим топливо и уходим? Точно так. Ну, высаживайся и с Богом. Удачи. У меня сколько? 80? Ну, должно хватить. Теоретически. Давай, заряди сразу свет. Походу, сейчас нас пучки-то поприветствуют. Отлично, Сэм. Свет есть? Теперь давай генератор нам. Без основного питания нам здесь делать нечего. Понял. Так, я все взял. Ну, поехали. Ой, зараза-то. Слышь от меня! Мы не боимся друг друга. Спасибо. Да ты как, живой? Да живой я. I'm fine! Вот этот как раз электрик и был, запомнил? Запомнил. Так и убивай в первую очередь. Got it, спасибо. Понял, принято. Убивать принципиально в первую очередь. Так, это что у нас? Бронестекло, длинная конструкция. Бронестекло это хорошо, но я останусь пока что, извините, при этом. Хотя у этого, наверное, получше будет. И разбить их становится гораздо сложнее. Не, дайте вот это. Потому что сейчас пауки пойдут, они будут коцкать, они будут клацкать, они будут меня черкать. Мне это надо, мне это не надо. А мне туда? Ладно. Проходи, Кэп, а я пойду по дороге. Попробовать стоило! Я ни черта не вижу. Меткость, конечно, так себе будет у меня. Пойдет в тело. Открывается? Нет. Открывается? Тоже нет. Опасно топливо. Они тут ходят, бродят. Они прямо вот здесь где-то по трубам путешествуют, зараза ведь. Ну ладно. Поехали, вылезайте. Вижу. Эй, электрик, вылезай. О. Открывается? Нет. Я просто проверяю все на возможность открытия. Мне просто хочется узнать, что вообще можно открыть. Кстати, это же бывший, по сути, Т6. Ну, или что-то наподобие.
А мне это нравится. Электрик сюда убежал. Там они бегают. Ну-ка, давай-ка, замени-ка. И зарядка на полную. А нужен свет подольше. Так. Зажигалки взяли и пошли. Фак. Где он? Фак, Элли, говорю, надо было взять. Это да. А может смастерим? Дерево полно. Масло тоже погорит. Самое то. Можно наверх, можно вниз. Уверен, что-нибудь да забрали. Так. Работаешь? Нет. Паутина не горит. Что за паутина пошла в наш век? Пауки, что ли, ее из асбеста, что ли, делают? Тут закрыто. Тут не видно. Тут лампочка. Тут стол. Фильтры. I could use this. А как бы фильтр могу и сам делать? У нас полно ресурсов. Приятно, конечно, что они дают их все тут. И поехали в ад. Привет, гори. Мне на всех хватит. До следующей. Вы не стесняйтесь это, вылезайте. У меня патронов хватит как горячих, так и нет. Ясно? Так. Как он их открывает, если у него зажигалка вот здесь? Ладно, это не важно. О! Идем в гости. Вообще забавно, что электрик к нам только пока один раз вылез. Может, они тут ограничения имеют? Или они идут только на электричество? Вот видите, вот здесь вот. А, он прямо просто за нами ходит, бродит, глаз не сводит. Эд, я в генератору. Понял. Тут их полно. Чтоб ты знал. Их рубильников твоих. Нам вообще повезло, что мы еще живы. Так. Закрыто. О! Сколько их там? Зажарим! Кому паучатины? Да здравствует электричество! Отлично, шеф! Ворота открываются! Я пойду по туннелю, а ты спускайся на лифте! Внизу иди к главному каналу! Топливо там! Хлипкий замок, халтура. И не говори, та еще халтура. Но проверить все-таки стоило. Найс. Найс, найс. Ага, тут закрыто. Мне сюда и надо будет потом, да ведь? Угадал? Ну, поехали. Сейчас вот электрик пойдет, вот говорю я вам.
еще один электрический. Ладно, будут целиться в электрического. Вот так вот. Вроде все. Отлично. Хорошо, что они вот здесь не лазают. Прям благодать, да и только. Эх, пауки, как забегали. Недовольны, что ты свет включил. Ну конечно, горят-то все. Ничего, пусть привыкают. Откуда они вообще взялись такие электрические? Какие пауки. Это проклятые. Вообще с такой радиацией и данной аномалиями неудивительно. Это точно. Ладно. Ну-ка, давай-ка, перезаряди-ка по полной. А теперь пошел. Прибучик. Есть. А теперь пошли. Лада. Значит, скорее всего, какая-нибудь зараза будет. Нам как бы туда, но я сюда еще зайду. Мало ли что. Полезненькое и вкусненькое. Вроде пока все нормально. Не хочу сглазить, но... Вроде как все пока нормально у нас. Почему, куда бы я ни посмотрел бы... О, вот это место мне не нравится. Ну-ка, давай-ка. Поменяй фильтр. И идем. Отсюда уже рукой подать. О, привет. В соседней комнате должен быть выход в главный канал. Понял. Я пока попробую забраться на этот кран. То есть все работает, ничего мне делать не надо? Это все, что нужно было сделать? Полезная вещь. Да, все полезное, все, все что нужно. Все, что нужно, все тут здесь есть. Мне бы записку хоть кого-то, кто здесь еще был. Мне бы прям интересно, как здесь-то люди выжили? Ну или пытались выжить хотя бы. Так... О, вижу, вижу. Ушел. Пока что он ушел. Ну. Давай, 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 давай. Где ты? Куда ты убегаешь, несуся? Я ищу твоего электрического брата. Ага. Так тебе и надо. Ишь, чего удумали? Меня света лишать. Я, извините, за него заплатил. Ишь, чего удумали? Привет! На палубе? О, мы тут не первые, товарищ. Кто-то тут уже до нас был. У меня все готово к погрузке. Только найти электросеть. Нужно подать питание. Я знаю. I'm on it. Подать питание, подать питание, всем подать питание. Вот он. Сейчас подадим питание. Отлично, работает. Ага. Только полезут сейчас все.
Ну, вылезайте уже. Да, сейчас прибью. Я среди ее собратьев пытаюсь найти. Эй, зараза, где ты? Это не ты. Ага, вижу. Гори! Да не лезьте вы уже! Не знаете, что такое? Не трогать горящего человека. Все, пошел свет. Хе-хе, так мы надо горите синим пламенем. Ага, это кстати. Все кстати, там все кстати. Пока он там погружает, скорее всего, будет вторая волна сейчас. Да, я уже вижу одного. Так. Давай, еще вкали себе. О, что, ты там все? Я пока еще обойду. А ты как? Понял, поехали отсюда. Мы живы ведь, надеюсь. Сэм? 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 Ты жив? Сэм, ответь, прием! Ой, давай. Эд, я живой, а вот лифт нет. Ничего, главное, жив, прорвемся. Ищи выход в вентиляцию, по ней поднимешься ко мне. А то я думал, что слишком что-то легко идет. Я уж начал думать, что дополнение такое хлипенькое. Я хоть пушку свою сохранил, надеюсь. Молодец. Good stuff. Ну что? Устроим им тут веселье мексиканское. Ну поехали. Так. Так. Вот да, спешим. Отлично! Красота-то какая! Вот. Личненько. Хе-хе. А тут солнышко, не пробьетесь. Съешьте, выкусите. Ха-ха-ха. Давай выбивай, Сэмюэль. Тут солнце прямо светит нам в дорожку. Да, в дорожечку, 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 боясь. Да все сгодится, согласен. Так. Все нам пригодится, все сгодится. Идем сюда. Не знаю, где я. Ой! Я помер? Да. Быстрая загрузка. Ладно, подождем. Сейчас быстренько прогрузится и зайдем. Не отключаемся. Ждем.
Так, ну, поехали. Где мы будем? Молодец. О, выход спасибо. Уже рядом. Давай, вперед, повезли. Привет, дружок. О, это динамо какой-то был. Ну, давай уже, отключай свет ты. Ты тут откуда? Ну-ка, кыш отсюда. Давай на борт и отходим. Ну, поехали. Поехали. Аккуратно. Ух, спасибо, Кэп. Выбрались. Честно говоря, я думал, будет полегче. Серьезно? Я тоже. Пауки-то уже были слишком, really. Ненавижу эту гадость. Я тоже. Будто их хоть кто-то любит. Но главное, мы справились. Есть такие. И из туннеля уже почти выбрались, так что поздравляю, Сан. Спасибо. Душно в этой резине. Ты не смей снимать. Это точно. Что теперь, Ред? Думаю, пора вызвать Тома. Ну. Точно. Том, это Сэм. Стержни у нас. Направляемся к доку. Отлично. Мы подготовим все к загрузке. Когда ждать вас? Где-то через час. О, то есть... Через час. Хорошо. Будем ждать вашего прибытия. Конец связи. Готово. Отлично. Значит, полный вперед. Слушай, может, сделаем паузу? Я хочу... Прерваться? Есть возможность сохраниться? Оу. Я, кстати, отлично понимаю, отчего люди готовы идти за домом. Да, ну. Конечно, рассказы о восстановлении цивилизации и чушь, но... Белый я не могу мундир. Даже сказать, что ненавижу его. Клим с его зверствами другое дело... Но решает все не Клим, а Том. Слушай, ты прям и красавец. Будь он хоть спасителем и Буддой в одном лице, я не могу с ним согласиться. Товарищ капитан первого ранга, это правда вы? Да, мы. Семенов? До сих пор на воротах? Да ладно. Да, точно. Ну, отворяй, раз такое дело. Есть, отворяй, товарищ капитан первого ранга. Очень рад вашему возвращению. Да, я тоже. Все рады. При параде. Слушайте, я сейчас что-то делаю. Пока еще есть время, прошу меня выслушать. Ладно. Ты хороший парень. При параде. Честный, правильный. С первой минуты себя как человек повел. Ты не думай, я не забыл. Поэтому скажу как есть. Я не могу отдать лодку Тому. Просто не могу. Я уже говорил, какой это риск, так что... Повторяться не буду, ты все понимаешь. Слушай... По-хорошему, давно надо было вывести ее подальше в море и затопить, но... Рука не поднималась. Это ведь все равно, что душу свою убить. Корабль ни в чем не виноват, ведь он верой и правдой служил нам все эти годы. Причем просто не учить боеголовки и не затопить их. А теперь выбора нет. В одной сборке заряд небольшой. Минер приготовил на случай, если наш план раскроется. Вот детонатор. Меня, конечно, обыщут, а тебя не станут. Ты же у Тома доверенное лицо, парламентер. Но поэтому, понял. Когда я дам сигнал... Нажимай. Не волнуйся, ядерного взрыва не будет. Но и воспользоваться моим кораблем после этого
никакая сволочь уже не сможет. Я понимаю, что так ты лишишься верного билета домой. Но я уже неплохо тебя узнал, Сэм. И кажется, платить за проезд назначенную Томом цену ты не готов. Но если я ошибся, выбрось эту штуку за борт и все. Только прошу, сначала подумай. Хорошо? Больше мне положиться не на кого, Сэм. Я не подведу. О, Том. Вижу. О, товарищ капитан, ты еще и при параде. Просто не верь. Ничего, Алексей, да живой! Дорогой. Вижу, вижу. Надеюсь, договоритесь вы с Томом. Ага, он таки неплохой мужик оказался. Ладно, мы к Тому. Увидимся еще. Удачи, товарищ капитан. А можно сохраниться, Кэп? Ну, Сэм, надеюсь, ты примешь правильное решение. Я-то принял его давным-давно, еще в самом начале. Я сказал, что я верну. Так, F5-ка? Подожди, Кэп. Могу я послушать запись-то? Все. Тут быстрое сохранение от нас. Сохранилось? Прекрасно. И давайте на этом с вами сегодня закончим, ребят. Реально, хочу эту часть оставить, наверное, напоследок. Как раз на стриме будем завтра проходить. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, лайк, комментарий, подписка на канал, также подписка в группе в Дискорде и ВКонтакте. Ссылочку найдете в описании к этому видео. Ребят, желаю всем удачи, будьте при параде как капитан. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Еще увидимся.